Всем доброе калифорнийское утро. Привет, привет. Мы сдали детей в школы, отвезли, всех заделиверили. И сегодня мы едем с Юрой на праздничный завтрак. У нас сегодня очередная годовщина нашей свадьбы. Вот, и мы решили позавтракать вместе. Я у Юры спрашиваю, говорю, а мы где, на улице, внутри? Он говорит, на улице, а у нас сейчас так, на всякий случай, 14 градусов. Ну, уже. Надеюсь, не замерзнем, мы вот, видите, немножко утеплились, у нас уже по утрам похолодало, вот, уже бывает и 8, и 9 градусов, так что приходится уже доставать кофточки и осеннюю одежду. Тут вот 22 сентября прошло, и наступила осень. Вот. Правда, листья все еще зеленые. Завтра 29 градусов обещают. Ну, днем тепло, да. И сегодня, вчера было 28 градусов днем, то есть днем очень тепло, а ночью прям вот такой да. Большой перепад. Так что. Да, все правильно ты едешь. Да. Правильно. Все, едем. Парковочные места тут все забиты. И смотрите, вот же очередь. Хорошо, что у нас резерв, да? Там в кафешку уже люди, смотрите, стоят в очереди. Обалдеть. Смотри, какие тут красивые кусты. Гортензия, да, это? Красотка. Так, мы опять заказываем. Мы, короче, в Bluestone Lane, да, называется? Bluestone Lane. Заказываем опять через QR-код. Нынче времена такие, что поделаешь. Что мы нынче имеем? Мы же уже как что-то заказывали такое, да? Поэтому можно что-нибудь пробовать. Вот это ты заказывала? Soft chill chili scramble с авокадо. Или нет? Нет, по-моему. Нет. Вот смотри, тут еще на сковородке что-то. Мы такое заказывали? Нет. Тоже нет, да? Слушай, мне кажется, у них больше, что ли, появилось или нет? Ну, кстати. Вот это мы какое. Вот это я заказывала, вот это вкусненько. А вот этого не было, банана бред. Банана бред? Ну, наверное, сладкий прям будет. Да. Гранола. Да, я вот, наверное, закажу вот это. На сковородке? Да. А вот это что такое? Биг. Это что-то с беконом, да? Что-то с беконом. Его как раз я, по-моему, заказывал. Что-то с беконом. Вот это интересно. Это что, бейгл, что ли? А, да, посмотрим. Думаешь, посмотрим? Да, подожди. По-моему, это не грузится. А как ты посмотришь? А, почитаешь? Тут написано. Нет, вроде бы. Вроде бы нет бейгла. Ну, выглядит, да, как хлеб, да? Да, как будто хлеб вот это выглядит. Вот это, я так понимаю, авокадо. А вот это что? Это, на хлебе оно, все да, это на хлебе. Хлебе. Это омлет, видишь, folded egg. Да. Egg with feta. Блин, я не знаю, что я хочу, да. Я хочу и то, и другое, и пятое, и десятое. Вот это я, кажется, брала, да, в прошлый раз? Да. А слушай, а вот здесь вот, кажется, вот этот вот сыр, как халуми или как он называется? Халуми точно, вот это жареный сыр такой. Но это вегетарианская вот эта такая штука. Да. А вот это было? Авокадо смеешь, по-моему, да, это просто вот такой сэндвич с авокадо. Да. А вот это ты брал, да, кажется, буррито? Да. Я не знаю, видно вам тут или нет. Я вот такой брал, по-моему. Где? Вот такой я брал, по-моему. Да. Ой, я даже не знаю. Как будто бы изменилось, да. Вот это вот с беконом, да, наверное, жареным. Да, это я брал. Вкусное было? А, ну это тоже яйца пашот, потом там какой-то салатик, бекон, да? А, грибочки. О, грибочки тут есть. По-моему, я вот один раз вот это брал, другой раз буррито он тут. Да? Вот это вкусно было? Ну, ничего. Ничего такого, да? Нет, вкусно, да. А что еще есть? Кофе, да, еще ну, да, есть? Там. Ну ладно, давай выбирать.
Я бы какой-нибудь круассанчик взяла, какого-нибудь. Там, может быть, и есть дальше. Я хочу вот это вот взять. Да. А, вот. А еще есть, что еще? Вот здесь вот, да? Вот пастрис, да. Вот тебе и круассанчики. Круассанчики. Вот с миндалем. О, с миндалем. Он простой. Вот я с миндалем хочу. 5 баксов капель. Да. Apple. Да, смотри, за сколько можно купить 12 круассанов в Коско? За 5. За 5 долларов, да? За 6. Вот вы видите, люди, да? Вот это, Лос-Альтос, Калифорния. Подписывайтесь на наш канал. Хотите жить дорого, подписывайтесь на наш канал. Так, а вот это что такое? Какое-то... Кун Аман какой-то. Не, с творога, может, что-то творожное, не знаю. Не знаю. Карамель, короче, что-то с карамелью. Частично еще. Круассан. Да, частично. Типа из круассанного теста сделана булочка и еще с карамелью. Масляная. Да, да, масляная. Ну, круассан. Ладно. И так масляный. Ну все, давай. Я выбрала. А, еще надо выбрать напиток, да? Да. Так мы ничего не выбрали, на самом деле. Нет, я вон то хочу. Софт, что-то там, скрэмбл. Хорошо. Софт, что-то такое. Давай, вот, так, это вот это вот. Да. У нас тут солнце светит на Юру прямо. Очки не хочет из машины брать. И вот сидит, смотрите, в какой осанке. Я его редко вижу с такой осанкой. Вот нам принесли водочки. Да, вот нам принесли выпить. Закусить ничего не дали. Ну, я тебя поздравляю, муж. С нашим праздником. Отмечаем его в очередной раз под калифорнийским солнцем, да? В чудесном заведении. Говорит, как бы дошли до такой жизни? Говорю, вот дошли, доехали. На лыжах. Надо ему действительно, может, его можно наклонить немножко вот здесь. А то нам солнышко не дает покоя. Нам принесли, да, кофеечек. Ой, красивый какой. Надо сфотать их вместе. Подожди, ну-ка, тяни. Парочка. Вы посмотрите, вот какую тени. Красоту принесли Юре. Ничего страшного, тень от руки, от ноги. Все равно вы же видите, да? Вы чувствуете запах? Вкусно так пахнет. А вот моя еда. У меня тут что-то спайси похоже. Да, он выглядит прекрасно. Просто чудеса. Мне кажется, это вот на хлебушек, да, надо накладывать. Не, смотри, твою еду. Соль лежит. Да, такая. Соль. Посолили хлебушек. Хлебом с солью встречают. Хлебом с солью встречают, не говоря. Или, по-моему, там было сказано, нет? Пробую вот это красное. Оно чуть-чуть спайси. Но похоже на, знаешь... Да, попробуй. Расскажите, Юрий, ваши ощущения. Чуть-чуть остренько. Совсем немножко. Но такое ощущение, как будто это паприка там с чем-то, что-то такое, перчик какой-то перемолотый. Но мне нравится, вкусно. Не знаю, как у тебя? Ты можешь его обсудить. Да, нет, мне нравится вот в него в хлебушек макать, очень вкусно. Простите, пока не съели, чуть не забыла показать вам круассан за 5 долларов. Вот посмотрите, как вам. Стоит он 5 долларов или нет? Но мы еще его не пробовали, поэтому ничего сказать пока не можем. Потом, позже расскажем. Мы решили попробовать круассан. Он внутри тоже был. Был с орешками. Очень вкусный, свеженький. В общем, наверное, не зря потратили 5 долларов. Люди в черном вышли. Наетые, напитые, довольные. Ты доволен, Юрий? Да. Я тоже доволен. Сейчас еще очки надену, вообще прекрасный буду самая завтрак. Довольная. Прекрасный завтрак, прекрасное начало дня. Всем желаю тоже начинать день с вкусного завтрака. Будет хорошее настроение. А у нас день продолжается, и мы поехали. Нас ждут великие дела. Хотела показать вам, какая у нас прекрасная погода. Вот, собственно, ради такой погоды, наверное, люди сюда и едут. Потому что осень на дворе. Видите, там листики есть уже розово-красно-оранжево-желтые. Все собрала. Но все равно погода великолепная. Тепло, солнышко, ни облачко, ни тучки, ни дождичка. И настроение сразу поднимается. Вообще, жизнь хороша.
На меня сегодня нашло вдохновение, и я решила в честь нашего с Юрой праздника приготовить эклеры. Если вам интересно, я потом количество ингредиентов напишу в комментариях. Но для теста нам понадобится мука, сливочное масло, молоко, яйца, соль, вода и сахар. Сахара буквально совсем немножко. Сейчас сделаем тесто. Пока они будут выпекаться, эклеры, я буду делать заварной крем. Смотрите, я сюда добавила молоко, воду, сливочное масло, соль и сахар. Сейчас я все это буду разогревать на плите, доведу до кипения. И только потом добавлю муку. И после остывания теста добавлю яйца. И, собственно, тесто будет готово. Я, честно говоря, не помню, сколько должно получиться эклеров, но я иногда делаю не эклеры, а профитроли. Это просто такие маленькие эклерчики. Вот. В этот раз, наверное, тоже так сделаю, потому что, ну, их удобнее кушать, и их получается визуально как бы больше. Но если хотите, можно делать, конечно, тесто в два раза больше, и тогда, соответственно, у вас и эклеров будет побольше. Но в этот раз я немного буду делать, так, для праздничка, так сказать. Вот, смотрите, очень быстро закипело молоко с маслом. Сейчас буду добавлять муку. Так, муку потихонечку вот так вот всыпаем. Тут у нас ее немного. Вот, вот так вот сразу замешиваем. Собственно, вот поэтому называется оно заварное. Так, я тесто переложила, оно у меня немножко остыло. Пока вторую порцию делать не буду, сейчас посмотрю, добавлю яйца, посмотрю, сколько у меня получится. Но я думаю, что, наверное, противень один у меня этих эклерчиков, профитрольчиков получится. Сюда надо 2,5 яйца, я поэтому... у меня небольшие яйца, там, в принципе, написано средних яиц. Вот, я думаю, что 3 яйца нормально будет. Вот, смотрите, я вмешала сюда яйца. Вот такой консистенции тесто получается. Собственно, оно такое и должно быть. И сейчас мы будем его отсаживать на противень в виде эклеров. Как-то так у меня получилось, конечно, очень хаотично, но... Я сначала думала, если что, на второй лист, но у меня не хватило буквально там чуть-чуть. Поэтому я надеюсь, что у меня они не слипнутся. Все, сейчас нагреется духовка и отправлю печься. Пока у нас эклеры пекутся, мы будем делать заварной крем. Для этого нам надо сливочное масло, яйца, ванилин, мука, сахар и молоко. Сейчас покажу, что мы будем делать. Смотрите, в общем, я смешиваю сахар и муку. Потом мне надо будет взбить яйца отдельно, влить эти яйца сюда. Также сюда надо будет добавить молоко и все перемешать до однородной массы. И только потом мы будем этот крем варить. Вливаем наши взбитые яйца, молоко. И ванилин. У меня жидкий, вы можете сухой добавить. И все вот это вот перемешиваем до однородной массы, чтобы не было комочков. Сейчас мы это венчиком все перемешаем и поставим в кастрюльке с толстым дном вариться. Крем надо поставить на плиту, но не на сильно горячую, не на максимальную температуру. Вот у меня из 9 я поставила пока что на 5. Вот, его надо постоянно помешивать, и он должен стать густым, должен закипеть, ну, довести его практически до кипения. Но надо смотреть аккуратненько, чтобы мука не пригорела к дну. Вот. После этого мы крем остудим в холодильнике, надо будет его накрыть пленочкой, прям вот в стык, прям на крем положить пленочку, для того, чтобы не было потом сверху такой корочки.
И когда он остынет до комнатной температуры, мы туда добавим сливочное масло. Перемешаем, и крем, собственно, готов. Вот смотрите, крем закипает, видите? Вот такой консистенции он должен быть, такой, как густая-густая сгущенка, я бы сказала. Все, он закипел, и теперь его надо убрать с плиты и дать ему остыть. Не знаю, видно вам или нет. Не хочу открывать пока духовку, мне еще 13 минут. В общем, я 20 минут на одной температуре готовила их, потом на полчаса надо на сниженной температуре, видимо, чтобы они внутри просохли. Вот, но выглядят красиво и ароматные такие. Так, ну все, последние секунды. Ура. Вытаскиваем наши эклерчики, точнее профитрольчики. Сейчас, подождите, выпущу жар. Вы уже видите, да? Красавчиков. Ой, красавчики какие. Ай, шикарные какие. Надеюсь, все удалось. Так, пускай они остывают. Мы пока доделаем крем. Так, ну что, крем у нас вроде бы подостыл. Он должен быть комнатной температуры. Сейчас я в него добавлю вот это сливочное масло. И мы его потом еще поставим, крем, чуть-чуть в холодильник, для того, чтобы он немножко был поплотнее. Мы тут в честь праздника сидим и слушаем лекцию про вино, как его правильно пробовать, как разбираться. Мне очень интересно. Сейчас мы будем изучать вино. Насколько оно прозрачное, красивое. На белом фоне. Ты видишь что-нибудь? Оно вижу, такое. Оно довольно, да, непрозрачное. Непрозрачное, да. Ну, потому что оно красное. Мы пьем вот это вино. Мы не пьем его, мы его тестируем. Так, мастер-класс у нас продолжается. Что надо делать? Не разлей, да? Аромат. Аромат, да, чувствуется? Ну, оно вкусно пахнет. Вот это вино вкусно пахнет. Да? Но не сладко пахнет. Да, оно вкусно и сладко. Короче, она говорит, что большинство вин, да, которые продают в магазинах, они с добавленным сахаром. Вот. А еще интересную вещь сказала, что разница между красным и белым вином в том, что красное вино делают из красного винограда, а белое из белого винограда. А розовое делают тоже из красного винограда, только без кожуры, да? Нет, держит с кожурой не так. Но долго. Два часа, она сказала. Два часа. А вот это несколько дней, чтобы получилось вот такое красненькое. Вот так вот. Вот эта женщина говорит, что она предпочитает бокалы с ножкой, потому что когда бокал без ножки, ты держишь бокал, да, и у тебя в это время из-за твоих рук нагревается вино, да? И вкус вина меняется. Вот поэтому мы сейчас пьем из таких. Вы представляете, она говорит, что вот некоторые жалуются, что от какого-то вина, например, болит голова. В целом от вина не болит голова, а вот конкретного какого-то вина болит голова. И оказывается, это потому, что вот есть какие-то добавки в вине, и вот из-за этого может голова болеть. Ну, то есть, значит, это вино так себе, да? Видимо. Ну, для тебя 100%. Надо нюхать вино и понять, чем оно пахнет. Каким фруктом или каким овощем. Пахнет просто виноградом. Никакого нету добавочного запаха. Ни клубники, ни малины, ни цитрусов, ничего. Просто виноград. Сейчас буду рассказывать про виды бокалов. У нас, да, как хранить вино, и стоит ли выпивать сразу целую бутылку. В общем, говоришь, что надо хранить вино, походу, не в холодильнике, а в погребе. Но у нас погреба нету, есть только холодильник. Вот. Что делать-то? Где погреб достается? Надо копать. Копать надо, Юрий. Если вы купили бутылку вина, недорогую, то надо ее срочно выпить сразу, залпом.
Хранить такое вино ни в коем случае нельзя. Только если бутылка стоит сколько? $200. Вот то вино можно похоронить немножко. А вот дешевое нельзя. Еще факты. Хранить, чтобы правильно вино, надо его лежа хранить. Потому что когда вот ты стоя его хранишь и пробкой затыкаешь, пробка высыхает, и это неправильно. Пробка должна быть немножко намочена вот этим вином, которое внутри бутылки. Вот так вот. Говорит, что с рыбой красное вино пить не рекомендуется, потому что оно вступает, ну, жир в рыбе вступает в реакцию с танином, который содержится в красном вине, и оно становится, я так понимаю, невкусное, да, само вино. Так что надо с белым рыбу есть. А еще она говорит, что практически все маленькие винодельни, которые находятся вот в Калифорнии, в Сономе, в Напе, они выращивают органический виноград и поэтому производят органическое вино. Это на тему того, что кто там за органику топит. Пожалуйста, welcome to California. Оказывается, если вот так смотришь на вино, и если бортик по жидкости светлый, значит, это молодое вино. А если темный, значит, старое вино. Прикольно. Короче, сказали по шейкать вино. Если вот эти вот ножки, которые образовались на стакане, быстро стекают, значит, вино, ну, в нем не сильно много алкоголя. Хотя 14,5 градусов в нем есть. Главный последний вывод. Надеюсь, последний. Мы тут много чего узнали, много что прослушали интересного. Чем больше слов на этикетке, тем, скорее всего, качественнее вино. Потому что производитель, который гордится своим вином, он будет об этом много чего писать на бумажке. Так что бегите в магазины и ищите, где много букв на этикетке. Вот такая красота получилась. На некоторые не хватило крема, поэтому здесь взбитые сливки. Вот, а остальное все с кремом. Так что, похоже это на профитроли или нет, я не знаю. Но на вкус это вкусно. Так, мы играем в ту игру, которую нам дала изучить Надя. Да. С детьми, да? Угу. Ну, давай, рассказывай. Только по-быстрому. Okay. А то вдруг я усну. И потом 5 минут. 5 минут в этом видео. Мама спит. Да, да, да. Так, смотрите. Вот у нас есть 3 действия. 3 разных цвета. Алекс. Фокси. Так. Да, смотрите. Мы берем каждый по карточке. Вот такой. Ага. Сейчас просто объясняю правила, никак. Берем и не показываем другим, смотрим, что у нас там. Ага. Вот. Вот смотрите, допустим, у меня вот тройка зеленая, да, или синяя. Не показывай. Нет, ну да. Пока что. Когда будем играть, не будем показывать, а сейчас я показываю, чтобы вы поняли, что делать. Ага. И вот смотрите, то есть мне нужно нарисовать в воздухе круг на троечку. Ну, то есть... Ну как это? Нет. Смотри. Я сначала рисую круг на единичку. Круг на двоечку. Круг на троечку. Круг на четверочку. Круг на пятерочку. На шестерочку. На семерочку. На восьмерочку. На девяточку. На десяточку. А у меня 8 уже. Ну вот, тебе на восьмерочку надо круг нарисовать. Как у тебя будет? Вот и десятка прям почти, я думал. Нет, это... Ну ладно. Десятка это вот такая. Да, то есть надо смотреть цвет. Надо смотреть цвет. Цвет определяет, что делать. Что делать. А цифра определяет, насколько сильно это делать. И вот смотрите, самое интересное, что мы все это делаем одновременно. То есть мы все посмотрели. Мы все делаем свои действия и смотрим друг на друга. И пытаемся понять. Вот, допустим, мы с тобой рисуем круги. Не важно. Допустим, вот я рисую круг, а Леша показывает Тирекса. Не мне карточку. Угу. А Леша показывает Тирекса. И мне кажется, что он тоже показывает Тирекса примерно на троечку. Я тогда предлагаю ему
открыться. Я вот так карточку свою показываю, не показывая цифру. Вот так показываю. А он смотрит на меня и думает, и понимает, тоже на ту же цифру я показываю, что и он, или нет. Только он показывает динозавра, а я рисую круг. Вот. И, допустим, он думает, что да, на ту же цифру. Тогда он мне тоже вот так показывает карточки. То есть он, значит, согласен со мной. Да? Если вы думаете, что у вас одинаковая цифра нарисована. Ну, наверное, одинаковая. На одну можно ошибиться. Вот, да. Тогда ты тоже вот так протягиваешь карточку. Мы открываемся. Вау! Действительно! Но у тебя было флекс мозг. Да, то есть ты мускулы на троечку показываешь. Вот, повезло. Смотри, повезло. Если у нас цифры совпали точно, то мы получаем по два хороших токена. Now I have to flex my muscles. А теперь, а если мы, допустим, а вот вы с мамой, допустим, ты думаешь, что она показывает на ту же циферку, что и ты. Я даже не увидел ее, вот. Как она показала. Вы вскрываетесь, у вас сильно далеко. Тогда вы получаете по одному плохому токену. Но, а если бы вот у мамы была семерочка, то есть близко, или девяточка, то есть, если у вас разница была бы в одно, то вы получили бы по одному хорошему токену. А, если близко, да? Можно близко. А насколько близко можно? На один, да? На один близко. А, окей. Вот. Окей, все, мы это сбрасываем. Поняли, да? Вкусно. Что? Вкусно. Да, если вам выпадет не цифра, спросите меня, что делать. Я вам скажу прямо по ходу игры. Окей. Все, ну давайте. Давайте, let's start. Все назад положи. Давайте это вот в биту положим. Ну, 20 же должно быть. Цифры не показываем друг другу. Смотрим, что делать. Я сейчас думаю, что моя жизнь такая. Все, а теперь показываем. А подожди, а вот что делать с динозавром? Показывать тирекса. Будь тирексом. А как быть тирексом? Ну, как? Нет, ну вот так. Be a T-Rex. А. Да. Надо бы это поставить камеру и записать, как мы тут изображаем тирексов. Ладно, все вместе. Давайте, показываем. Я показываю. Так, подожди, ладно. Мне же тоже надо. Так, нам с Лешей кажется, что мы похожих показываем. Давайте. На 3, 2, 1. Слушай, у нас прям это... Ничего себе, мы крутые. Давайте, кто выиграл? Подожди, да, вот эти не реализуются. Реализуются. У меня 7. У меня 5. А это 4. У меня 3. Okay. Это твои не реализовались. Okay. Короче, я выиграла, да? Хорошо, твоя, все, мы сейчас перемешаем. Короче, я выиграла, да? Да. Я выиграла хотя бы. I have no death. Like, I don't want to play. I am already tired. Okay. Ну, прикольная игра, да? Guys. Такая дурацкая, но это... Guys, let's play.